Валя Карнавал покидает хайп-хаус. Об этом юная звезда сообщила на большом концерте блогерского дома в Москве. Иногда приходит время, когда твоя маршрутка приезжает к станции, и тебе нужно ехать дальше. А твой друг тоже едет, но в другом немного направлении. Поэтому с этого дня я не участник хайп-хауса, но это не означает то, что я перестала любить ребят или не буду с ними общаться. Ни в коем случае нет. Видимо, это решение было непростым. Ведь волнение певицы было заметно еще до начала концерта, хоть она и пыталась его скрыть. Просто я просто стою, наблюдаю, слушаю, мне так классно сегодня просто. Не знаю, расслабленно. Я, кстати, вообще не волнуюсь. Но свято место, как говорится, пусто не бывает. На мероприятии ребята представили нового участника хайп-хауса. Всем привет! Внимание! Новый участник хайп-хауса! Мы знакомы с ребятами еще с лета, на самом деле. Да, мы прям хорошо дружим, типа, с лета. Мы даже ездили в Дагестан. Вы, наверное, видели ролики на хайп-хаусе еще до того, как я вообще, претендовал на новое место. Я еще до этого с ними был знаком, и мы ездили в Дагестан, и было все круто. И вот тогда примерно мы начали хорошо общаться. И теперь Аслан стал частью большой креативной семьи. У нас есть одна беседа, где мы постоянно общаемся. Она называется «Семья». «Семья», да. С сердечком. Вас там нету. Кстати, а мы действительно же, получается, старички последние остались, все дома распались. И получается, как с самого начала мы заходили с семьей, так и осталось спустя года. Кроме этого, в семью недавно вернулся Паша Дворецкий. Перед московским концертом он уже выступил с ребятами в Питере. В хайп-хаусе всегда была атмосфера семейная. Это главный лозунг, наверное, это семья. Поэтому у нас дружеские, теплые отношения. Я поэтому и вернулся в хайп-хаус, потому что здесь как дома. Всегда возвращаешься туда, где хорошо, правильно? Вряд ли ты будешь возвращаться туда, где плохо. На сцене Джипси со своими хитами также выступили Юлия Гаврилина, Катя Голышева, Димас Блок, Соня Слипи и Герман Глаз. Не обошлось и без сюрпризов. Фрося запремьерила свой дебютный трек «Кусь». Там, кстати, живой звук укулеле мой. У меня есть укулеле, вот с которой в целом весь путь мой начинался, и вот там она записана. Вот так незабываемо прошел предновогодний концерт блогерского дома «Хайп-хаус». Кстати, на нем было замечено немало звездных гостей, среди которых Саша Трусова, Ксения Бородина с дочками и многие другие.